В Саяногорске настоящее нашествие змей. В соцсетях появились сразу несколько видеороликов, причем сняты они совсем не в безлюдных местах, а в очень даже оживленных. Смотрим. Саяногорская больница. Вход, дети. И вот такой сюрпризик. Говорят, что это уж, но это не ужик, не похож на ужика. У входа в центрального, в городскую больницу. Пока этот пользователь гадает, кого встретил возле больничного крыльца, другой уверен, настоящая гадюка обосновалась на берегу Енисея в бетонной пирамиде напротив Саяногорской стеллы. Гадюка, наверное, метровая. Вот в эту дырку прям залезла. Так что, ребята, будьте аккуратнее, если здесь гуляете, и если с детьми, не дай бог еще. Прям здоровенная, толстая гадюка. И у нее гнездо в этой пирамиде получается. И в траве, и по асфальту, в общем, в городе, как в естественной среде обитания. Это в какой-то степени так и есть, говорят специалисты. Змеи могут появляться в населенных пунктах, если поблизости есть природа. Особенно в жару. В городе они пытаются укрыться от зноя. В МЧС рекомендуют при встрече со змеей держаться от нее подальше, не трогать руками или палками. Дело в том, что даже неядовитый уж может больно укусить. Так что всегда лучше отступить и сообщить об опасности. Если все же укус избежать не удалось, нужно звонить в скорую. Ни в коем случае нельзя садиться за руль и пытаться добраться до больницы самостоятельно. Яд змеи может вызывать галлюцинации. Вот такую важную тему подняли жители Саяногорска. Рассказывайте и вы о том, что вас волнует. Номер нашего телефона сейчас на экране. Отправляйте видеоролики со своим комментарием. Возможно, ваша новость будет не только интересна, но и полезна всем жителям Хакасии.